В мире есть множество важных и незаменимых профессий, каждая из которых несет свой вклад в развитие и поддержание здорового общества. Но в первых рядах всегда находилась профессия врача. Эта профессия считается одной из самых тяжелых работ. Сотрудники медучреждений ежедневно спасают множество жизней. Недавно День врача отметили сотрудники отдела кардиологии Центральной городской больницы Хасавюрта. Магомед Садыков отметил, какими качествами должен обладать врач-кардиолог, и поздравил всех медработников с Международным днем врача. Во-первых, быть дипломатом в любом отношении. У нас контингент больных очень разный. В основном старики. У них, значит, психика совершенно не та. То забыли, то дома какие-то проблемы. Они могут только нам рассказать об этом. То, что они не могут говорить дома своим близким, они говорят нам. Я хочу всех своих коллег поздравить с этим великим праздником. Пожелать в первую очередь здоровья, счастья, радости, чтобы всегда встретить праздники только вот такой обстановке, чтобы были всегда живы и здоровы дети. Если у детей все нормально, у наших коллег тоже будет все нормально, потому что проблемы детей для нас это двойные проблемы. Фатимат Юсупова рассказала, почему она выбрала эту профессию, подчеркнув дружный и квалифицированный состав специалистов Центральной городской больницы. Наверное, выбор профессии, кем я должна стать, наверное, стоял с самого детства, потому что отец с самого детства мне внушил, что я должна стать врачом, именно кардиологом, потому что по жизни я должна его лечить. После окончания мединститута, я его окончила на красный диплом. Отец меня устроил в ординатуру в институт Пирогова. Проходила ординатуру на кафедре госпитальной терапии номер 1 на базе Филатовской больницы, ГКБ номер 15. Окончила его тоже с отличием. Вернулась домой, в мою родную центральную городскую больницу города Хасавюрта. Я безумно горжусь тем, что я выбрала эту профессию. Безумно горжусь тем, что я очень рада. Я вообще по жизни очень везучий человек, что попала именно в этот коллектив. Безумно повезло с семьей, в которой я родилась, потом коллектив, в который я попала. Работа нелегкая. Мы здесь и становимся для некоторых друзьями, для больных. Для кого-то сестрой, для кого-то другом. Приходится вникать в проблему каждого. Вот. Я думаю, что выбрав этот путь, я не ошиблась, учитывая, что самое главное в жизни, наверное, это довольство Аллаха. А довольство Аллаха заключается в довольстве людей. Врач сегодня – это очень сложная и ответственная работа, ведь в его руках человеческие жизни – самое ценное, что есть в мире. А еще и очень востребовательно. Любой современный человек хотя бы раз в жизни был на приеме у врача, и ему сложно представить свою повседневную жизнь без них. Курбан Гериханов, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».